Эй, йо, а также переходи на мой второй канал, там вышло новое видео, где я прохожу челлендж, попробуй угадай ее возраст. И это видео довольно смешное, так что переходи и смотри, я жду тебя там. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Унис, и это жуткий потерянный эпизод Лунтика и его друзей. Я был испуган, ведь это было очень ужасно даже для моей психики. Эту серию я увидел в инстаграме одного анонимного пользователя. Кстати, подписывайся на мой инстаграм. Тебя там ждет много чего интересного и много страшных и крутых фото со мной. Иногда там спойлеры к сериям. Серия началась с того, что Лунтик идет по дороге и видит, как муравьи идут в поход. Маленький муравей рассказал Лунтику, что холм далеко, и им надо много вещей. И Лунтику тоже захотелось пойти в поход на холм. Он побежал к Узи и Миле. Друзья договорились встретиться на том же месте, только уже с вещами. Вдруг появился сильный шум. Он был очень долго. После было показано, как Лунтик и Кузя встретились. У них была куча вещей, и они не знали, как их нести. Но тут еще и Мила принесла еще больше вещей. Ребята уже не знали, что им делать, и они пошли к дядю Корнею, чтобы взять тележку. Корней спросил, ли точно им все это нужно. Мила сказала, что точно. И они начали идти в поход. Но вдруг Кузя резко остановился. Но Лунтик сбил его своей тележкой. Там была речка. Кузя туда чуть ли не свалился. Кузя и Мила быстро перепрыгнули через речку. Но Лунтику нужно было перевести тележку. Как только он начал заезжать в воду, то все вещи начали намокать. Еда быстро намокла. Ее уже не можно было есть. Лунтик испугался, ведь они уже были очень далеко от дома. А еды у них нету. Но Кузя сказал, что им все равно нужно идти в поход. Ведь они уже начали свой путь. И это была огромная ошибка. Они собрали те вещи, которые уже высохли, и пошли дальше. Но дальше было только сложнее. Они начали подниматься на гору. А там была куча камней. И тележка уперлась в камни. Лунтик начал его убирать, но ребята не удержали тележку. И начали падать вместе с ней. Все пропало. Тележка разбилась. У ребят не было ничего для жизни. Они просто легли под кустом. Но от голода и от безлаживания они погибли. Это был печальный конец этой серии. На этом все. С тобой был Сергей Унис, я жду от тебя лайк, ведь это не так сложно, меня это мотивирует. А также подписывайся, если не боишься. Но если боишься, то проходи мимо. И расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут испуганы. Но только ты будешь знать, что это мое воображение.